Всем привет, друзья! Это вторая часть битвы Сайтамы против Гароу из веб-манги Ван Панчмана. Подпишись на канал и поставь лайк этому видео. А также не забудь нажать на колокольчик, чтобы узнать о выходе новой части раньше всех. Ну а с вами, как всегда, Аниманка. И мы начинаем. Не надо смотреть без подписки. Ты слышал мастера, так что подпишись. Или я испепелю тебя. Надрать мой зад. В самом деле, я все правильно услышал. Ты идешь на меня без сомнения. У тебя есть предсмертное желание? Ты сжимаешь свой кулак, как будто ты... А? Ты струсил? Не смеши меня! За одну секунду. Вот что случается с теми слабаками, что восхваляют справедливость. Глупец. Все его тело похоже на отварные ребрышки. Он никогда не сможет работать героем снова. Что? Даже с такой силой те, кто восхваляют зло, заканчивают вот так вот. Благодаря этой атаке я теперь знаю, что ты довольно силен. Могу сказать, даже очень силен. Но это не очень точно. Впервые монстр мягко обошелся со мной. Ты в самом деле просто человек, который хочет стать монстром. А еще довольно мягкий парень. А? Это шутка, верно? Что это было? Он что? А? Мягкий я? Ага. Кто, черт возьми, этот парень? Он невероятно силен. Я думал, что все наконец-то закончилось. Почему этот парень показался в конце? Что, черт возьми, происходит? Гребанное дерьмо. Меня больше это не заботит. Слишком поздно для сожалений. А? Он может поспевать. А? Что не так? Не утруждай себя, если у тебя проблемы с сердцем. Это дыхательная техника, результат изучения нескольких боевых искусств. Я все еще не использовал полную силу этого тела. Я готовлюсь к этому. Это было слишком хорошо с твоей стороны, что ты дождался меня. Разве не ты слишком мягко? Я многого жду от этого. Ты силен, к удивлению силен. Имею в виду, я собираюсь насладиться, смотря как твое лицо искажается страхом. О, эй, прекрати! Сцену, где ты плачешь, жалеешь, что заставил меня стать серьезным. Достаточно уже. Прекращай вешать на меня флаги проигравшего. Начнем. А? Он встал в стойку. О, точно, он же бывший ученик старого чувака. Не скажет ли он чего, если я надеру ему зад? А? Ублюдок. Несмотря на такое количество лишних движений, его изумительное зрение и рефлексы позволяют ему уворачиваться от моих атак. Хорошо. А? В технике он все еще полный новичок. Мгновенная атака убийцы богов. Я могу читать его. Я думаю, что ты восходящая атака убийцы богов. Последний резерв ассоциации. Мне без разницы, если ты секретное оружие сильнее Тацумаки. Я могу победить даже против тебя. Не, особенно потому, что это ты. Я одержу победу. Твоя сила и скорость делают тебя зверем в битве. Ты можешь быть даже лучше меня в этом. Но у тебя нет опыта в боевой технике. Я
гений. Я легко могу читать движения полного новичка вроде тебя. Мне просто надо проанализировать твою стойку, точку зрения и узор движений, чтобы увернуться. Но также центр тяжести, движение твоих мышц, дыхание, энергия. Наблюдение всего этого скажет мне, каким будет твое следующее движение. Скорее всего, я не смогу увернуться от атак твоей скорости со своими рефлексами, но я уворачиваюсь перед тем, как ты атакуешь. И прежде чем твое атакующее движение кончится, моя атака начинается. Твои рефлексы не смогут поспевать. Ты получишь прямое попадание. Другими словами, у тебя нет надежды победить. Разницы в нашем боевом опыте, как день и ночь. Ку-ку-ку, что не так? Шок парализовал тебя? Ха-ха, я впечатлен, вот и все. Но в конце концов, ты все еще не серьезен, не так ли, Гару? Даже новичок, как я, может сказать, что ты в самом деле мягкий. Не возражаешь, если я стану серьезней? Супертехники, серьезные атаки. Ты хочешь сказать, что до сих пор не сражался серьезно? Это точка. Не сработает. Может, здесь? Эй, что ты делаешь? Чтобы ты отдал в эту битву всего себя, я покажу тебе часть того, насколько я могу быть серьезным. Супертехники. Серьезные атаки. Что-то приближается. Он без сомнения собирается что-то сделать. Серьезный переворот стола. Мне хочется это увидеть, но мне лучше прервать эту... Зомби-мен увидел, как перед неизвестным героем Б-класса внезапно появилась черная стена. База, которую выкопала Тацумаки, снова перевернута? Что за черт? Он думает, что сможет атаковать из слепых точек из всего этого разбросанного мусора? Это не сработает. Я уже привык справляться с такой разрухой в битве с Тацумаки. Теперь для меня это не больше, чем домашняя пыль. Я сокрушу его на куски, когда найду его. Подождите минуточку. Это чувство... Что-то не так, будто я летаю. Как долго я пробыл в воздухе? Я не вижу землю. Этот засранец, как высоко он бросил меня. Череда обычных ударов. Слишком поздно. Если я остановлюсь, я стану его жертвой. Давай, мы решим это в воздухе. Дерзость. Ты можешь лучше, не так ли? Я сломаю тебя тоже. Мгновенная атака убийцы богов. Двуручная череда обычных ударов. Меня превосходят в обмене ударами. Нужно двигаться. Он со мной просто играется. Я должен уйти быстрее его, выше его. Я могу сделать только маленькую брешь. Если отвлеку его на предсказуемые руки, я не смогу превзойти этого противника таким, какой я сейчас. Если буду действовать слишком опрометчиво. Только посмотреть, как он стоит. Он полон отпора. Поверхность в небе? Нет, это не так. Мои чувства были спутаны, будто насекомое в клетке, которой играется ребенок. Эй, что не так, Гару? Может ли этот парень играться со мной? Может ли этот парень играться со мной? Ты еще не готов, не так ли? Этот парень вообще герой? Эй, вставай, вставай. Разве ты не охотник на героев? Ну, вот как кончилась игра. Монстр проиграл. То, что решает матч, это решимость. В конце концов, ты не был серьезен. Как только ты успокоишься, прекращай свою меланхоличную охоту на героев. Гару, драться с тобой не весело.
Что он сказал? Он сказал весело. Не выеживайся мне тут. Я тот, кого избиваю. Бах, 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 бах. Я знаю, гребаный ты старый пердо. Я знаю боль. И я покажу ее тебе тоже. А? Это кое-что, что могу сделать только я. Я начну с твоей руки. А, ты действительно упрямый. А? Он выскользнул. Я идиот. Конечно, это не сработает больше. Чтобы охотиться на этого парня, мне нужно больше. 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 Больше! Больше! Больше, чем... Больше! Ни техника, ни старания, ни скорость, ни атака, ни сила. Что именно? Как мне побить этого парня? Его сила не имеет никакого смысла. Это нечестно. Будто он создан из нечестности мира. Будто он олицетворение справедливости. Конечно. Разве я не знал и так? Мир нечестен. Справедливость и зло решены другими. Вот каков мир. Чтобы противостоять нечестной силе, известной как справедливость, мне нужно получить нечестную силу, известную как зло, чтобы победить нечестных существ, известных как герои. Мне нужно самому стать нечестным существом. А? Что за... Ветер. Что-то приближается. А? Это я? Наконец-то. Спасибо. А? Гарроу, ты? Почему ты так внезапно сменил костюм? Наконец-то! Я превратился в существо, которым я всегда хотел быть. Тебе тоже стоит радоваться. А? Что у тебя за цель? Монстры! Я имею в виду после этого. Абсолютное зло!